Привет! Я сегодня была на рынке и купила замечательную шкатулочку. Вот она такая красивая, блестящая и розовенькая. Она вот так вот носится, можно как шкатулка. И она из, углы у нее из железа, все из железа, кроме вот такой вот, это такая резина и выбитые сердечки, точечки. Ну, это для красоты. Сейчас я ее открою. В наборе тут идет с ней ключик. А сама она в середине вот такая вот. Красивая. С этим. С зеркалом. Сейчас я попробую открыть ключик. Здесь. Тут еще нужно его. А, все, открыла. Все. Теперь я хочу попробовать, как она будет открываться и закрываться. А вот так вот. Ой. Как тут она делается? Тут вообще непонятно, как здесь что делать. А, ну все, я ее закрыла. Сейчас я хочу покласть туда все вот эти штучки. Но для этого нужно нам очень аккуратненькими быть, потому что здесь маленькие кристаллики. Или как они называются? Помогайте! Сейчас нам подадут его все. Ой. Оно здесь все поприклеивалось. Почему, я не знаю. Все, я сейчас буду класть его все в середину. И покажу, как это все будет выглядеть. Ключик, как вы думаете, куда мне лучше покласть? Сюда или куда-то в другое место? Напишите в комментариях. Ну и не забудьте поставить лайки. Всем пока-пока.